За обезьяну неоновую кошку, белую неоновую флай-райт. Вот это и вот это. И еще вот это. Это все я разрисовала. Тут мне надо 5 выучить, а вот тут мне надо 2. Домашнее задание. Всем привет, ребят. Приветик. Ксюня хочет сходить с гитарой. Ей нужно делать домашку по гитаре. Вот, не знаю, что это такое, но, в общем, она знает, что это такое. Мне надо выучить вот это, вот этого. Потом надо это все написать, как я вот на другом сделала. Это вот правда. И мне надо вот это вот выучить. Ты хоть понимаешь это? Ну, хорошо. Ну, это очень сложно, это все надо выучить. Ну, учи. А ты думала, просто все, что ли? Нужно стараться. Потом мне еще надо рисовать, потом еще снимать влог, потом еще это. А, ты бедный мой ребенок. Рисовать надо, снимать в лайки надо. Снимать влог надо. Ну ладно, влог я снимаю. Давайте будем обедать. У нас обед, пюрешка вот из пирожков. От пирожков, не из пирожков, а от пирожков осталось. Сосисочки с курицей поджарила. Салатик нарежу, давайте будем кушать. Еще у меня видео монтировать сейчас нужно. Вчерашний влог я не смонтировала. Вот. Так что у меня много-много-много работы. Не только у вас. Что ты делаешь? Кстати, Маргарита до сих пор еще в пижаме бегает. Ты думаешь, ты ее поймаешь? Поймала. Тебя люблю. Как она тебя любит прям вообще. Да, Бонь? Скажи, сумасшедшая хозяйка, иди переодевайся. Так, ладно, поели. Теперь буду монтировать видео, пока время есть. Что-то можно, она сказала? Завтра мы поедем на день рождения к нашей бабушке. Ну, нашего папы, мама. Вот, и поедем там к родственникам в дом. У них собака есть, у них большая собака. Такая белая. Да, швейцарская овчарка, белая овчарка, в общем. Мы спросили, можно ли нам взять с собой Бонни. Ну, там мальчик вроде, да, большая собака. Ну, посмотрим, будут играть, я думаю. Поиграют немножко. Бонни хоть с собачкой пообщается, а то здесь сама одна все время играет. Так, а мы сейчас сидим и рисуем. Вот. Сейчас, подождите. Вот, это на 2 миллиона, потому что у нас в лайке 2 миллиона. Я докрашиваю. Это вот Ксюша нарисовала, то есть разрисовала. Вот это и вот это. И еще вот это вот. Это все я разрисовала. Так, буду дальше раскрашивать. Вот сейчас я вот эту вот планету раскрашиваю. Раскрашиваю. Так, возьму, наверное, цвет 89. Ищем его здесь. Вот он. Долго осталось еще, нет? Нет, нет, Угу. Так, Ксюша уже устала рисовать, не хочет? Нет, она просто вот это вот уже разрисовала. Угу. Папка приехал. И Бонни, как всегда. Да. Самая первая встречает. Бонни самая преданная, видите? Смотрите, как они бегут. Они прям мчатся навстречу папе. Поздороваться с ним, обнять его. Смотри, собака быстрее вас. Вот так вот. Вот так вот собака. Так Бонни тоже каждый день папу видит. Она немножечко это, такая. Да, она нормальная. Бонни, Бонни, Бонни. Бонни, вот, карусера. Да. Бонни, где папа? Где бабочка? Где папа, Бонни, где папа? Куда папка ушел опять? Ой, что такое? Где папа? Я поменяла неоновую обезьяну за кошку неоновую белую Fly Ride. Подожди, она не знаю, просто какая-то девочка. Вот неон Fly Ride. За обезьяну.
О, скракса. Она фу. Это кошка фу. Да. Это кошка фу. Потому что когда она не он бывает, тоже ее надо взять фу. Да, обезьяну неоновую кошку, белую неоновую, Fly Ride. Смотрите, я поменялась с девочкой. Не могу никак видео это смонтировать. Ну, то есть я смонтировала, и у меня какая-то проблема вылазит. Ну, что такое? Видите, нажимаю вот здесь вот. Вот оно видео, вот он влог. Вот сюда вот захожу, выбираю, создать, чтобы сохранить его на компьютере в памяти. Вот. И он весь не грузится, он потом мне выдает ошибку. Уже 5 часов, а видео еще не вышло. Ой, что делать? Что делать, а, девочки? Девочки, мальчики. Маргарита убирает посудку. Ну, что такое? Это вон туда, да. Ксёник. Что делать? Смотрите, сейчас она загрузится немножко, потом раз и все. И ошибка. Время уже, смотрите, 5 часов. У меня никогда так поздно видео не выходило. Ну, если сегодня не получится, то завтра точно выйдет. Ку-ку. Велик мой едет. Макс тащит свой. А где Маргарита велик? Маргоша. Говноша. Ксюша. Персик. Ксюша значит говнюша, да? Нет. Если Маргоша говнуша. Мы решили поехать на велосипедах покататься. Персик, ты мой персик. Персик. Все вместе причем. Всей семьей. Ты знаешь куда? В жопу. Ксюша, ой, Ксюша, говорю, Каролина взяла с собой пассажира. А что ты ему руки завязала? Это мой, я молилась. Может быть, ты немножко волосы свои это, приведешь в порядок? Это. Волосы убери. Нет, так упадет. Нет. Подальше. Нет. Надо убрать. Шлем. Смотрите, кого мы нашли. Семейство. Прелесть! Что, мы доехали? Давай дальше, это было очень мало. До мостика? Это так мало. Ну, сэ. Они еще хотят ехать. Это так мало было. Нам нужно успеть только, чтобы не стемнело, самое главное. Но если стемнеет, по темноте же не поедем. Садиться. Что это такое? А, ну сейчас папа приедет. У нас остановка, вон папа. Все, поехали. Сделали велосипед. Сильно упал? Нет. Нет? Ладно. Поехали. Вот здесь елочки выращивают для Рождества. Christmas Baum. Christmas tree. Видите, какие красивые, разные. И голубые, и зелененькие. Нам чуть-чуть уже осталось. Мы сейчас еще с папой в спортзал пойдем, представь себе. После велопрогулки. Они нашли, где кататься. На парковке. Нашли, где кататься. Да. Давайте. Заходим. Вставляю велики и домой. Мама, вы можете на велике.
Я устала. Нет, я устала. Радостная Бонька. Да, очень жарко. Я еще куртку с собой взяла. Можно было просто в футболке. Я думала, что будет холодно. Все, мы пошли в спортзал. Только тихонечко себя ведите, потому что уже поздно. Что? Что смотреть? Вон телевизор включай, Маргарита, включи. Вон пульт, Макс. Мультики включи ему. Давайте. Чего? Ну погоди, включи ему. Ну погоди. Ну погоди. Все, садитесь тихонечко, смотрите. Мы скоро приедем. Хорошо?